Ребята, всем привет! Сегодня у нас открытие кейсов. Мы откроем 100 кейсов в Hot Wheels. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Я надеюсь, что мне выпадет эстахашечка. Переходим в кейсы. И открыть. Видите, у нас 100 кейсов. Так, что сейчас выпадет? Нет, это обычная модель. Так, как ее крутить? Вот так вот вращать можно. Так, ладно, давайте не будем долго рассматривать их. Мы ждем СТХ. Давай, смоем. Напиши в комментариях, через сколько мне выпадет СТХ-шечка. Опачки, ребята. Это редкая. Это у нас, я так понял, не СТХ-шечка, но это редкая. Видите, колеса у нее все-таки пластмассовые. Так, редкая модель. Кстати, у нее хороший буст. Так, идем дальше. Так, ну 100 кейсов, ман, по-любому должно пару СТХ выпасть. Надеюсь, что как минимум 3 выпадет. Так, тоже редкая, какая-то синяя. Ребят, не очень шарю в редкости в этой игре, поэтому если ты разбираешься, пиши в комментариях. Будет очень интересно. Может, я реально что-то крутое выбил. Так, мне главное СТХ и DeLorean. Мне интересен DeLorean. Так, это у нас обычное, неинтересно. Так, что у нас дальше? Тоже обычное. Давай дальше идем. Топ. Обычное. Во, ребят, вот такая вот есть СТХ-шечка. Я точно знаю. Но в данный момент это обычное. Насколько я помню, тут есть небольшой баг, мне так кажется. Я просто смотрел пару роликов по открытию кейсов, и людям вот эта модель выпадала несколько раз подряд, там раза 3-4, и после этого выпадала СТХ-шка. Если это будет так же, то здесь, скорее всего, какой-то алгоритм есть похожий. Давайте посмотрим на это. Так, это уже была. Кстати, вот вопрос. Повторки, они просто сгорают, либо они куда-то уходят в сторону? Так, это обычное. Так, смотрите, 10 кейсов мы уже открыли на изи просто. Нам выпало пару редких, но СТХ-шечки не было. Так. Обычные тоже. Надо, короче, ускоряться. Что-то это... Долго все это. О, прикольненькая. Видел такую, кстати, в реальной жизни. В трехпаке была. Только вроде другого цвета. Оранжевого, что ли. Ну, точно не помню, но вот такую форму припоминаю. Где-то в ролике у меня, скорее всего, даже есть. Так, что тут есть еще? О, такая у меня есть. Где-то здесь лежит. Прикольно. Жалко, ее перевернуть нельзя. Там снизу типа надпись. Попробую еще. Это потому что обычная. Так, ну что, давай, открой что-нибудь. Точнее, дай что-нибудь нормальное. Дай нам СТХ. СТХ. Пиши в комментарии, какую ты СТХ хочешь. Так, такая у меня уже была. Ну, если что, ты можешь ее посмотреть в ролике, где я играл. Сегодня, кстати, ребят, без игр. Сегодня только открытие кейсов. Пиши в комментарии, как тебе гоночки. Если, типа, интересно, могу устроить. Погоняемся. Так, тоже обычное. Либо тебе нравится только открытие кейсов. Так, что у нас тут? Опа, легендарное. Так, ребят, ну это легендарное, но это, короче, типа ТХ-шка, я так понимаю, да? Потому что, видите, тоже пластмассовые колеса вроде как. Тут плохо видно, но вроде как пластмассовые. Там, по идее, прям должно быть написано СТХ. Ну, естественно, только полным текстом. Так, обычные. Так, тоже обычные. Что, 20 кейсов, даже 21 кейс мы уже открыли. И, по сути, нам ничего не выпало. Это прям обидно на самом деле. Не, легендарки, конечно, выпадали, но это такое себе, это уже была. Так, ребята, у нас будут какие-то там интересные модели.
мимо фантазиек, денериков, если меня смотрят какие-нибудь друг коллекционеры. А? Так, это мы уже видели. Так, ну что тут? Тоже обычное. Блин, ребят. А, это прям жестко. 100 кейсов и походу в никуда не пошли. Ну ладно, мы открыли еще немного. Это уже была. Так, сейчас почти 30 кейсов будет. Так, сейчас открываем 30-й. А, там была... Ой. Так, открываем 30-й. И что у нас тут? Блин, я думал, короче, СТХ-шка. Нет. Легендарная. Ну, такая, кстати, прикольная. Такая у меня тоже есть. Данная модель, на самом деле, для меня является очень, ну, скажем так, значимой, потому что это была, считай, моя первая моделька, которую я купил именно в Hot Wheels. Кстати, заметьте, она из-за того, что легендарна, она все-таки такая покрашена чуть по-другому. Колеса у ней все равно пластмассовые, но она покрашена немножко более круто. Смотрите, видите, у нее бампер такой переливающий. Почти как СТХ. Прикольно, прикольно. Классно. Вот это прикольная модель. Так, на 30-м кейсе нам прям хорошо так повезло. Интересно, вот мне анимация у нас всегда будет одинаково. О, еще легендарка, да? Да, ребята. Тоже колеса пластмассовые. Легендарочка. Ну, правда, видите, перед вообще не прокрашен. Здесь даже нет никакого такого покрытия необычного. Только вот сбоку такая вот аэрография, что ли. Ну, короче, типа хаки. Короче. Ладно, пойдем дальше. Так, обычная. Тоже обычная. Так, это у нас уже была. Вроде как. А, да, когда я открывал для коротких роликов, мне она попадалась. Так, эта модель уже была, кстати. Ждем ее еще пару раз. И потом ждем такую же СТХ. Вот уже была. Блин, вот это часто попадается. Вообще непонятно почему. Так, вообще странно, почему модели все время однотипные, если у меня там есть всякие обновления, должны быть редкие машинки какие-нибудь, модельки. О-о-о, аудюшечка легендарная. Кстати, смотрите, а под игру, если смотреть, она вообще классная. Скорость хорошая, управляемость, все дела. Прикольно, прикольно. Мне так хочется ее вот так покрутить, но, к сожалению, это не получится. Жалко, что сзади не проработано. У нас спереди прям вообще отлично. Так, еще идем дальше. 40-й контейнер. И... нет. О, такая таксишка у меня есть, только другого цвета. Я ее поменял. Причем у меня айдишка. Я ее поменял на красный Мерседес. Это как его? Мейн. Поэтому считаю, что интересный обмен. Так, пишите в комментариях, есть ли у вас такая. Вообще интересная модель, у нее сзади дверь должна открываться. Моя, конечно, находится в запаке, поэтому я этого не делал. Кстати, тоже прикольно вот так, типа, открывать и смотреть, что есть, что нет. Такую модель я видел, только прям ярко-ярко-оранжевую. У меня еще в сторис она есть. Это какой-то бешеный апельсин, я вот так назвал. Кстати, нормально ролик набрал просмотров. Так, вот это я на днях, кстати, видел. В трехпаке. Только другого цвета. Кстати, по идее, всем этим моделькам еще можно цвета менять. Это надо заходить потом в тюнинг и смотреть. Если вам интересно, давайте будем серию сделаем. Там будем кастомизировать модели. Так, вот это у меня модель есть. Классная. Хочу такую красную найти. Так, ну что, ребят, мы почти уже половину открыли.
Офигеть! Ни одной стахашки еще. Опа. Так. Смотрю, прям повторки начинают идти одна с другой. Так, это все было. Так, заметил, что ближе к 10 числу, там типа ля 9, ну, в каждой десятке, 9 либо 10, вот сейчас, допустим, что-то должно быть интересное. Надеюсь, не помню, что сказал. Как говорится, я сам себя не понял, да? Так, вот, смотрите. И сейчас ждем такую стхашку, короче. Давай. Ну, чисто моя такая теория, короче. О, что-то интересное. Но... это фигня, в принципе. Так, ну что, 50 кейсов пролетело просто незаметно. Нам стхашка так и не выпала. Блин, ребят, я уже, короче, надеюсь хотя бы на одну стх за эти 100 кейсов. А то это прям как-то обидно. Ну и тоже. Ну. Так, кстати, ребят, давайте пишите в комментариях, если вам это интересно. И интересно ли вам, допустим, если я не буду ускорять эти видео. Либо вам лучше, что я сделаю нарезку в следующий раз с ускорением. И покажу, ну, только-только самое-самое сладкое. Пиши в комментариях, как тебе лучше смотреть такие форматы. Так, смотрите, нам это мусоровозка попалась. Такого необычного формата. Ну, прикольно. Внутри... а, нет, покрашено вроде... странно. Вроде как должна обычно быть покрашена. Но такое ощущение, что сзади у нее, видите, как будто другое напыление. Может, мне кажется. Возможно, это дно не такое просто. Такую модель, кстати, никогда в жизни не видел. Такую видел. Так. Опять она. Может, там сейчас такая стахашка попадется? Давай, давай, давай. Ну-ка, прям хочу ускориться. Смотрите, может быстрее... короче, если быстрее нажимать, может, что-то выпадет. Ну... тоже обычная. Так, надеюсь, я ничего не пропустил. Если я что-то пропустил, пиши мне в комментариях. И желательно тайм-код, чтобы я потом смотрел на ютубе. Так, редкая. Ой, я нажал пропустить, сейчас ее покрутим. Но редкая, но она со мной обычная, по сути. Ну, она не СТХ. Видите, у нее пластмассовые колеса. Но уже круто, что редкая. 19-й год. Так, походу, стратегия с ускорением работает. О, две редких. Ха. Интересно, я могу, короче, одну редкую продать? Ну, если у меня там есть повторки. Непонятно, что с повторками. Опачки, есть, ребята! Это даже круче, чем СТХ для меня. Потому что это DeLorean. Ну, конечно, я не очень, так сказать, люблю именно DeLorean в таком обвесе. Ну, мне, конечно, тоже прикалывает, но типа... мне прям вот нравится классика, особенно вот премка, прям отличная. Ну, такой тоже, конечно, прикольный. Эх, прикол. Все, я буду на нем гонять, наверное. Прикольно. Ладно, идем дальше. Так, ну что, СТХ-шечка будет? Интересно, есть такая же СТХ-шечка? Было бы вообще бы очень круто. Так, надо, короче, ускоряться, походу. Нет. Так, ребят, пишите комментарии, если вам, допустим, зашел этот контент, и вы хотите, чтобы я открыл еще больше кейсов, напиши об этом, я обязательно это сделаю, если комментов будет достаточно. Ну и лайков, естественно. Так что ставь лайк, подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Так, опа. А, легендарная тоже, но не СТХ. Интересно, СТХ какой цвет должен быть из коробки? Мне кажется, тоже золотой. Ладно. Я уж просто не помню. Хоть ролики смотрел, но не помню. Так, легендарная тоже. Угу.
Короче, это Мини Купер. Не прокрашенный у нас нигде. Такого цвета, правда, неинтересно. Ну да ладно. Ну, обычная. Какая у меня же есть. Так, короче, реально заметил, когда прям ускоряешься, они... Ну, мне так кажется, как будто лучше дает дроп, чем просто когда открываешь, смотришь. Может, конечно, это самовнушение. Так, вот, давай. Сейчас, может быть, стахашка такая же. Нет. Так, у нас остается очень мало кейсов. Вся надежда на них. Ну. Давай. Так. Давай. Сейчас. Ну. Ага. Да капец. 100 кейсов и просто ни одной стаха. Да вы что, гоните, что ли? Ребят, это как сейчас в жизни. Ходить в детский мир и пытаться найти СТХ. Ой. Мне кажется, это вообще матчбокс, нет? Так разве есть вот это в Hot Wheels? Ну, скорее всего, конечно, есть. Странная модель. Ну да ладно. Так. 17 остается. Так, тоже обычно. Вот таких машин прям очень много попадается. Легендарная, обычная. Так, просто хочу ускориться, поэтому не стал ее рассматривать. А, давай, 14. Так, это же была. Редко. Вот это круто! Вот это прям крутяк! Пофигу, что не СТХ, но это прям отлично, кит. Причем нормальный. Хочу вот такой же в реальной жизни. Без этих, как его, в режиме боеготовности или что там, какая-то такая фигня. Блин, прям вообще лайкос, ребят, за такое вот открытие кейса. Блин, вот это имба. Пиши в комментариях, если тоже хочешь такое. Я вот вообще, типа, офигенно. Обожаю этот сериал. Очень крутой. Я даже, ну, энное время назад его пересматривал. Конечно, не весь пересмотрел. Так, частично, так сказать, поностальгировал. Блин, очень прикольно. Так, идем дальше. Круто. Так, ну, в принципе, две тачки, которые я прям очень хотел, у меня уже есть. Ну, это DeLorean и Kit. Так, что дальше? Остался ТХ. Так, обычно. Ну что, осталось 9 кейсов. 9 кейсов. И... Нет. 7. 7 кейсов, ребят. Ты офигел? Ну, камон. Я, конечно, понимаю, что шансы выбить из ТХ в данной игре... На самом деле равен шанс 50 на 50, это типа выпадет либо нет. Поэтому ждем. Редкое. Хот-дог. Ладно, это я должен посмотреть. Это вообще, это прикол. Только сейчас я обратил внимание, что сзади у нее гриль. Типа, чтобы как раз жарить хот-доги. Прикольно, необычно. Я вот, допустим, об этом не знал раньше. Интересно, на Бигфуте такая же история? Хотя там вроде как больше сосисок. Прикольная моделька. Если такая попадется в кейсе, можно даже взять. Так, ради стёба. Так, ну что, остается 4 кейса. Так, это уже была. 3 кейса. Так, второй. И последний, ребят. Вся надежда на него. Эх, повторка еще добавок. Все, ребят, 0 кейсов. Вот такие вот. Давайте отсюда выйдем. Ну вот, какая нам чаще всего сегодня попадалась, мне кажется. Ту нам и показали на заставке игры. Надеюсь, тебе понравилось данное видео. Как тебе открытие кейсов? Мне кажется, очень прикольно. Если хочешь 1000 кейсов за один ролик,
Пиши об этом в комментариях, но, скорее всего, я буду ускорять те моменты, где будут обычные модели, и показывать только самые эпичные. Потому что, если открывать тысячи кейсов, мне кажется, это можно просто стримчански делать, и открывать несколько часов. Потому что сколько мы это открывали по времени? Минут так 20 почти. Ну, короче, все, так сказать, пожелания и свое мнение пиши в комментарии, я обязательно прочитаю это, ну и также ставь лайк, подписывайся на канал, ну и хорошей охоты, и если открываешь тоже кейсы в данной игре, хороших открытий. Все, ребят, всем пока-пока.